Георгий Дробуашвили сегодня уже не представляет свою жизнь без этой необычной коллекции и с удовольствием рассказывает интересующимся спортом обо всех экспонатах. Собирать такую уникальную коллекцию он начал еще в школе. Со временем она разрослась и сегодня насчитывает более 1000 экземпляров. И это лишь часть, посвященная футболу. Спасибо многим ребятам, которые вот просто знают, что я живу этим, поэтому как интернет появился, многие свои вот небольшие альбомы, там в детстве все этим занимались, клеили артистов, там эти все, там актеров знаменитых, певцов. Вот. Я тоже занимался, все побросали, ну, у меня сохранилось это все. Не самому, просто интересно это все. Экспозиция приурочена к открытию бразильского чемпионата мира по футболу. Всевозможные вырезки из газет, фотографии, форма, фирменные мячи. Все это не просто притягательно, но и оригинально. Привезенные в свое время с матчей, либо приобретенные у друзей и знакомых, сегодняшние экспонаты нашли свое место в большой коллекции, уже не помещающейся в одном зале. Экспозиция интересна не только фанатам футбола, но и тем, кто любит узнавать что-то новое. Интересна эта экспозиция тем, что здесь собраны футболки, представлены газеты, которые были в разные времена. Например, вот я в футболке сейчас 88-го года, в которой играли Советский Союз. Я иногда смотрю футбол. Сюда мы пришли совершенно случайно. Мы шли, и нас встретил директор этого здания и пригласил нас на выставку. Мы, поскольку сегодня чемпионат мира играет с Бразилией, мы решили прийти. Мне эта выставка очень нравится, мне нравятся все майки, хочется, конечно, все померить, но времени не хватит. Нравятся все эти медали, альбомы со всякими там фотографиями. Выставка удивляет не только своей объемностью, но и доступностью. Любой альбом, награду или футболку можно не только потрогать, сфотографировать, но и примерить. Это вызывает особый восторг не только у детей, но и взрослых. Мы под таким впечатлением, посмотрите, детей не оторвать, это интересно, это спорт, это здоровый образ жизни, это весело, это в непринужденной форме, не обязательно кому-то ходить на спортивные секции или еще куда-то, чтобы знать об этом или сидеть у телевизора. Мне очень нравится, тут медали, мне нравится то, что можно потрогать, взвесить на вес сколько, мне очень понравилось тут. Тут можно все примерять. Очень весело. Экспозиция будет находиться в спортивном комплексе «Олимп» еще 2 дня. Вход на выставку бесплатный. Такой вернисаж по душе многим. И неважно, любитель футбола вы или нет. Уникальные предметы живой истории сами расскажут вам о себе и подарят уникальную возможность познакомиться ближе с настоящим мировым футболом.